Мы едем в поезде 310 Воркута Адлер. У нас 13-й вагон купе. Можно посмотреть внутренность. Багажный отсек внизу. Верхней полки нет. Но есть дополнительно вот там наверху. Дверь закрывается на ключ. Содержит зеркало. Есть возможность послушать радио, настроить освещение. Белье выдается. Вот так выглядит одеяло, подушка. Работает кондиционер. Можно посмотреть, как открываются шкафчики для разных бытовых нужд. Кресло делается в сидячем положении и в лежачем. Розетки есть в коридоре. Розетки есть внизу. Расписание. Кипяток. Продукция покупки. Информация о диете. Туалетов два. Один в начале, другой в конце вагона. Туалет такой старенький. Имеется бумага. Туалет био. С другой стороны точно такой же туалет. В нашем составе есть вагон-ресторан, есть комплексные обеды за 550 рублей. Переходить между вагонами достаточно безопасно. Курить запрещено. Проводник у нас очень внимательная девушка Елена. Душа нет. Вагон старенький. Ехать нам трое суток. И, в принципе, терпимо.